Доброе утро, дорогие друзья. Вот это видео я решил записать для вас, как проходит мой день. Вчера мне позвонил добрый человек. Говорит, давно такого видео не было. Как проходит мой день? Стандартно. Подъем 8 часов, потом завтрак, потом домашние дела. Вот так проходит мой день. Нет, ну там некоторая работа есть, как сейчас модно говорить, на удаленке. Но она немножко другая работа. Но тоже связана с тем, что можно работать в любое время. Дня и ночи, кстати. Далее, конечно, я сказать не могу. Потом впоследствии будет расширенное видео. И там целый блог будет посвящен этой всей тематике. Сейчас пока говорить об этом рано. Но, тем не менее, вот так проходит мой день. Где бы я ни работал, я всегда старался, чтобы был обед. Даже когда не работаю, тоже должен быть обед. Обычно с 12 до часу. Стараюсь придерживаться этого принципа. Для чего? Для того, чтобы ну, нормальное здоровье было у человека. Завтракать обязательно надо. То есть, уверяю вас, это однозначно. Обед тем более. Вот, кстати, вот этот человек мне сейчас в WhatsApp пишет. Это видео не только для него, вообще видео для всех. Ну, потом, после обеда, опять кое-какие домашние дела. И все, вечером ужин. А там далее по сценарию. Во время этого всего я успеваю записывать видео, еще кое-какие вопросы решить и так далее и тому подобное. Все это, конечно, скромно. Но, тем не менее, скоро будет поинтереснее. Это начиная с весны. Хотелось бы, чтобы моя мечта исполнилась. Я купил дачу и спокойно бы занимался на даче. Дачными хлопотами, скажем так. Для меня это сейчас очень важно. Не знаю, может быть, время подошло. Может быть, хочется остаться одному где-то лишний раз. Ну, вот, поверьте, когда сильно много эмоций, и вокруг тебя очень много людей, потом очень сложно остаться одному. А иногда это нужно. Поэтому вот так проходит мой день. В свое время, как всегда, во все времена, я всем желаю крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия. И пусть Господь хранит вас. Всего вам доброго, дорогие друзья.